Знаете, сейчас еще курочкам тем нарву. Так, у вас тут все хорошо? Фаинка, все нормально? Ты руководишь тут парадом? Эти мои хорошие, такие красивые курочки вы у меня. Дайте-ка гляну, все тут окей. Все хорошо. Коробку надо мне достать, вот эту. Цыплят привезу через 2 дня. 5 дней подержу их в коробке, пока пропойку сделаю. А потом уже сюда принесу, потому что мне неохота. Видите, у меня такая хорошая коробка вот с этой вот закрывашкой. Замечательная просто. Они у меня здесь росли. Вот эти росли. Первые, вторые, все. Маленько испугались. Испугались маленько. Ну ничего, ничего. Все, я ушла. Сейчас ведерочко заберу. Кушайте, кушайте, не бойтесь. Это я с коробкой вышла всего лишь. Надо готовиться. Вот видите, какая старушка стоит. Совсем старушенцы, прям старушенцы. Мне кажется, она родилась уже старухой, вот эта курочка. Одна мама Чули выглядит, как принцесса. Да? Хочу петушка голышейного тоже. Чтобы курочки такие были, они такие большие, красивые. У меня сегодня продолжение клубники. Вчера наковыряла 70 кустов Азии с того рядочка. Они, оказывается, просто как бы между травой там росли. И я их накопала. Продолжаем высаживать, значит. Я думала, мне не хватит. Нет. Тогда я всю вот эту территорию засажу. А там у меня будет вот, чеснок и лук. Сделала 5. А здесь я хочу, знаете, как бы вот тропинка, да? Я хочу что-то здесь посадить, что такое повыше, чтобы оградить, ну, бегание котов и все такое, чтобы они отсюда как бы не сразу же попадали в клубнику, а какие-то, возможно, может, кустарники или еще что-то. В общем, я придумаю, у меня еще придет заказ с саженцами. Может, там что-то такое придет, что, возможно, я сюда смогу посадить. Как раз тут где-то метр земли остается. Курочки кококают. Может быть, что-то нанесут. Видите, вон, все выгребаю. Камни, железяки. Все здесь, все в этой земле было. Так, на зиму, вы знаете, я удобряю клубнику. Вот калий, магний добавляю. Где-то услышала на каком-то канале, что, чтобы помочь перезимовать клубнике, нужно добавить калий и магний. У меня вот такое вот нашлось удобрение. Я посыпала на все старые розеточки. Это все мне нужно посеять на это поле. Это вот семена фацелии, которые я сама собирала. Видите? Они там внутри прямо вот есть. Я их и проэтывала. Как говорится, так вот рукой проделывала, они там, он еще, видите, внизу как черненькие. Вот не знаю, прям вот так вот этой пыльцой, что ли, насыпать. Взойдет же ведь. Я же не буду это все просеивать, как в магазине. Вот это все вместе. Потом побрызгаю, оно к земле пристанет. Я думаю, можно попробовать. Если не взойдет, тогда уже я это самое. Придется тогда покупать мне. Ой, рассыпала. В общем, пошла. Как говорится, сеять. Тут уже коты у меня упражняются. Ну, сколько взойдет, столько взойдет. Ничего страшного, я думаю, не будет. Будем с этого поливать. Со шланга. Потому что дождей-то сейчас не предвидится. А сеять-то надо. Вообще фацелия, она очень так густо нарастает. Поэтому даже если несколько семяночек упадет, я думаю, что все равно для земли будет хорошо.
Короче, эксперимент делаем, что получится со своих семян. Ну все, пулю-то не хватило, все кончилось. У меня еще есть горчица. Можно, в принципе, горчицы досеять немножко. Вот горчица у меня с какого-то года осталась. Сейчас досею немножко. Посеяли, теперь нужно и полить. Поставили поливалку, чтобы семена эти не разлетелись ветром. Ветерок все равно весь, а то улетят к соседям. Так что придавит водичка их. Вот так будем переставлять туда, сюда, сюда. На 4 места, а то она не хватит. Даже на кабачки поливает. Так что вот так. Микуша ходит, проверяет все. Где мои малыши? Спят, что ли? Вот они сидят. Вот они, уголочки. Ника, не пугай. Вот они, красавчики. Что такое? Что случилось? Кто тут плачет? Кто тут плачет? Самый противный ребенок. Кошечка противная. Хулиганка. Посадила все. Сейчас уже тепло, вернее жарко. Но пока ничего не буду делать. Проливала вчера два раза, все уже высохло. Солнце-то днем все равно жарит, 23 градуса. Вот. А здесь сегодня вот высаживала. С этой Азией тоже разобралась. Видите, поразрядила розеточки, которые выкопала здесь, посадила. Там вот до конца все ряды. Теперь мне нужно выкопать вот эту свеклу, остатки. Две борщевые заправки я уже делала, а эту свеклу выкопаем, ну, выдерем. И сделаю просто натрем на терке и в заморозку. Вот. И здесь Женя таскает землю, потому что здесь тоже все провалено. И папанька все перепашет вот этой коломугой вот этой. Так что у меня остается теперь Эверест. Эверест. Очень много усов. Столько мне не надо. Сегодня у нас форель на обед. Форель я сделала в импровизированной лодочке. Обмазала ее приправой, солью. И отправляем в духовку. Рыбка сготовилась. Сделала ее просто в приправе. Добавила сливочное масло, соль. И запекла в духовке. Всем приятного аппетита!